свой визит. Так повод есть. Я не с пустыми к вам пришел руками. Я вижу. Вот, погляди. Последняя модель. И синяя, как ты тогда мечтала. Ты хочешь мне сказать, что я смогу летать? Не очень высоко. Но лучше так. К земле поближе, так безопаснее. Но все равно крутые ощущения. Надолго ли внесли ограничения? Долго. Да хотя бы навсегда. Зачем? Чтобы избежать возможных рисков, падений, катастроф, крамольных мыслей. Всегда подумать лучше наперед. Бесспорно, рассудительный подход. Одно лишь, все это не полет. Простите. Разговор, ведь истине всегда помощник спор. Но мне, увы, пора. А в добрый путь. Прощайте.
огороде. Отец ваш, я смотрю, охотник спорить. Я вся в него. Вы так молчаливы. Слова порой лишь отрицают воздух, и вещи не нужны, чтобы быть счастливой. Да? А что же нужно? Тишина. И звезды. Звезды? Но зачем? Сам присмотри. В городе не видишь их совсем. Небосвод наш когда-то был всем распахнут и расчерчен движением крыл. Но свет и давно остыли, звезды тихо ждут, чтоб кто-то их снова. Понимаешь, я очень занят. Не могу принять участие в нем. Но я уже готова. Ну, прости. Я не могу одна туда пойти. Но всего один прием я пропущу. На этот раз тебя прощу я. А то совсем
Отрекся ты от рук. Увидимся, тебе проводит друг. Все как-то мелко. Суетливо, приземленно. Несчастье, сплошная мишура. Другое дело, звезды. Так спокойно. Так здесь их и не видно никогда. А муза им поет. Смешная муза. Да пусть тебе грустит. Тебе-то что? Что они знают такого, о чем мы забыли мы? Они мерзнут среди земли, живут среди тьмы. И все же могут мечтать.